Всем привет, с вами дядя Паша. Вы смотрите 51-й выпуск проекта Fusion 365. Сегодня у нас достаточно простая задача. Мы создадим вот такой вот лист профнастила S44. Такой компонент вы уже видели в некоторых выпусках, в том числе в самом первом. Сегодня мы его просто сделаем. Создаем новую модель. Сейчас немножко как бы отвлеченный вопрос по компонентам Sheet Metal во Fusion. Хочу сказать о том, как создаются компоненты. То есть сейчас вот у нас просто чистая модель. Компонент Sheet Metal можно создать следующим образом. Можно, создавая компонент, New Component, сразу же поставить галочку вот здесь, вот Sheet Metal Component, и назначить правило. То есть именно вот этим правилом Sheet Metal Rule и отличаются компоненты листового металла от всех остальных компонентов. Назначим по умолчанию какое-нибудь правило, и компонент сразу становится таким вот Sheet Metal. Можно сделать по-другому. Можно создать просто компонент. Компонент 2 у нас. Компонент 1 это Sheet Metal. Мы его сразу таким создали. Компонент 2 это просто нечто. И переходим в режим Sheet Metal. Создадим здесь какой-нибудь прямоугольник в эскизе. И сделаем из него базовый элемент Flange. Когда мы создаем нечто, некая деталь листового металла в компоненте, который не является компонентом Sheet Metal, Fusion автоматически это распознает и предлагает нам назначить сюда правило. Мы назначаем какое-нибудь, ну пусть будет то же самое по умолчанию, сталь в миллиметрах. И вы видите, что компонент, который до сих пор был обычным, он преобразуется в компонент Sheet Metal. Такое преобразование, как видите, может выполняться автоматически. Обратного преобразования из компонента Sheet Metal в обычный во Fusion нет. То есть отвязать правило от компонента невозможно. Кроме того, если вы создаете некий элемент не внутри компонента, а вот на корневом уровне модели, например, вот как сейчас, мы здесь опять же создадим какой-нибудь скетч и сделаем flange, то вся модель, естественно, становится компонентом листового металла. Эту особенность необходимо знать и учитывать. Так, создадим новую модель и начнем моделировать профиль S44. Для ориентирования, сейчас создадим компонент сразу. Правило мы можем назначить, вернее, мы можем изменить его позже, поэтому мы сейчас назначим какой-нибудь, по умолчанию это не важно. Для того, чтобы ориентироваться по размерам, я нашел в интернете картинку, которая указывает все размеры. Я ее сейчас вставлю как canvas в модель, просто чтобы она была перед глазами. Так, сейчас я использую калибровку. То есть, когда вы вставляете картинку, как canvas, картинку вставить можно несколькими способами, как декаль, то есть это наклейка, как наклейка, которая ложится на вашу модель. И Canvas, как референсное изображение, по которому вы моделируете. Вот когда вы вставляете картинку как Canvas, ее можно откалибровать. Здесь в браузере правой кнопкой мыши на конкретную картинку Calibrate. Что это такое? Это значит, что вы на картинке выбираете две точки и указываете расстояние между ними в реальности. Как смасштабировать эту картинку. В данном случае я хочу, чтобы... Мне не нужно делать ее в реальном масштабе. Я просто сделаю, чтобы вся картинка умещалась в пределах одного вот шага профиля. Это 200 мм. Просто, чтобы она была перед глазами. И начинаем создавать контур. Компоненты листового металла, то есть детали, создаются двумя способами. Вернее, инструмент один, flange, но способов два. Во-первых, можно задать замкнутый контур. Можно задать вот прямоугольник, например, просто нарисовать какую-то или более сложную фигуру. Тогда создается плоский элемент, у которого очертания повторяют заданный замкнутый контур. Второй вариант – это использовать незамкнутый контур. Тогда мы как бы делаем экструд
вытягиваем из незамкнутого контура, и тогда можно задавать более сложные формы. Подобный метод был использован в выпуске, когда мы моделировали сливной лоток. Вот там я рисовал эскиз и потом вытягивал как бы его в режиме листового металла. Сейчас мы сделаем то же самое. Соответственно, нам нужно нарисовать незамкнутый контур, который будет повторять вот очертания нашего профиля. А затем просто его вытянуть и получить компонент Sheet Metal. Создаем эскиз. Вот здесь. Будем использовать инструмент Line. Существует вообще два подхода к эскизированию. Во-первых, можно у каждого элемента прямо при создании, то есть я вот задаю линию, я могу задавать ее размер, ее длину, наклон в градусах и так вот по сегментам рисовать линию. Это первый подход. Второй подход – это набросать линию как бы вот на глаз и затем просто ее образмеривать, накладывать зависимости, вот constraints, задавать размеры и добиваться того, чтобы она почернела, то есть чтобы была полностью определена. Вот мне второй подход как бы более близок. Я считаю, что это более эффективно получается, потому что мы сначала рисуем как бы примерненько, а потом с помощью одного из инструмента Dimension задаем все размеры. Вот и все. Так как бы проще. Вот сейчас мы это и сделаем. Мы зададим размеры. Я немножко вот сюда утащу, чтобы не мешало. Так. Итак, сначала я задаю все зависимости. То есть, где должно быть горизонтально, какие элементы должны быть равны друг другу. То есть, это уже как бы определяет эскиз, уже задает ограничения на линии. Например, здесь горизонтальность, что вот эта точка должна быть, вот эта точка и эта должны находиться на горизонтальной прямой. Я сейчас это задал. Автоматически при построении Fusion задал горизонтальность вот этого отрезка и также параллельность между вот этим и вот этим. Ну и фактически получается, что горизонтальность вот этого отрезка. В принципе, это то, что нам нужно. Дальше. Так как вот эти два отрезка равны, я наложу зависимость равенства и начну образмеривать. Здесь у нас 35 миллиметров, здесь 100 миллиметров. Можем сверяться с нашим рисунком. Здесь 44 миллиметра. Вы видите, что пока мы образмериваем, уже некоторые отрезки становятся черными. То есть Fusion уже видит, что они полностью заданы. Заданы их размер и положение на эскизе. К тому же линию мы начали рисовать из начала координат, соответственно, оно уже у нас привязано к нулю. И последний размер, шаг, у нас равен 200 мм. Все замечательно, мы задали вот один шаг этого профиля. Затем мы применяем инструмент Rectangular Pattern, прямоугольный массив. Здесь можем вообще ничего не вытягивать в стрелочках, просто в диалоговом окне зададим. Количество у нас будет 5, distance у нас будет spacing, то есть мы зададим шаг 200 миллиметров. Размножить это все 5 раз. В принципе, вот мы создали основное. Теперь нам нужно задать вот эти вот кусочки по обоим краям и задать общую ширину 1047 мм. Опять используем инструмент Line. Зададим как бы вот базово эти вещи. Здесь уже автоматически наложилась параллельность. Вот это вот автоматическое наложение зависимости, в общем, это, конечно, классно. Fusion автоматически за нас много чего делает. Но, честно говоря, иногда это мешает.
То есть, когда мы просто рисуем линию какую-то, а Fusion видит, что мы ее нарисовали горизонтально, и автоматически вот приделывает к ней вот такой constraint горизонтальность. Вот. А мы, в общем-то, не имели вообще этого в виду. И как бы нам не нужно, чтобы оно было прям вот совсем горизонтально. Вот. Иногда это мешает. Вот здесь, например, он не увидел параллельность. Мы зададим ее вручную. Они параллельны вот этим отрезкам. И кроме того, эти два отрезка по краям, они равны друг другу. Нам нужен инструмент equal constraint. Вот это равно этому, а вот это равно этому. Все замечательно. И сейчас мы просто задаем общий размер. Так, 10,47. Все замечательно. Весь эскиз черненький, полностью определен. Все, закончили эскизирование. Теперь просто вытягиваем его. Здесь нам нужно указать элементы незамкнутого контура. Вот, мы их выбираем последовательно. Здесь почему-то, ну, несмотря на то, что здесь есть связность, почему-то Fusion не выбирает их сразу. Ну, ничего страшного. Вот таким образом создается элемент листового металла из незамкнутого контура. Как вы видите, что фактически это экструд. Причем все гибы, вот здесь радиус гиба и, ну, собственно, вот радиус гиба и толщина материала, они берутся из того rule, правила, которое мы назначили. То есть, несмотря на то, что здесь мы рисовали острый угол, не скругляли его инструментом Fillet, он скругляется, подчиняясь физическим законам вот, сгибания металла. Вот. Здесь при таком способе построения элемента мы задаем расстояние, на которое вытягиваем, направление. То есть прям вот инструмент экструд практически один в один. New body у нас, да. И толщина. То есть где должен находиться материал относительно нашего контура. То есть сайт 1. Сейчас у нас материал находится вверху от контура. Сайт 2 – это внизу. И симметрик – это если наш материал расположен таким образом, что исходный контур находится в его середине. Мы создали элемент листового металла. Все. Сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Можете даже дизлайки ставить. Это тоже хорошо. Значит, вы посмотрели видео. Пока-пока, до новых встреч в эфире.